уходит в историю год 2012. Он полыхнул, как фаер, промелькнул, как белая лента на ветру. Он был неоднозначным, но в любом случае это был период взросления общества, хотя и год отложенных неприятных решений. Сегодня мы подводим итоги этого года. Именно таким его увидел Политвестник ТВ. Хороводы и песнопения на Красной площади стали первой ласточкой гражданского неповиновения в ответ на сфальсифицированные президентские выборы. Но уже к маю, оправившись от нокдауна, Кремль был готов размазать печень демонстрантов по асфальту, чем спровоцировал «Окупай Абай» — гуляние на чистых прудах. Разгон Абая спровоцировал «Окупай Баррикадную» и «Окупай Акуджаву». Кремль ответил политическими репрессиями. Дело Пусси Райт, помолившихся за изгнание Путина в храме Христа Спасителя, переплелось с делом 6 мая, целиком сфабрикованным в извилистом бастрыкинском мозгу, надроченном путинской паранойей. На фоне политических репрессий Москва стала напоминать осажденную крепость. Прикормленная из бюджета полицейщина обильно лжесвидетельствовала в послушных судах, чем еще больше расшатала российскую государственность. Регионы же молчали, даже когда грохнул Крымск. Провинциальная Россия проявила себя осенью. Марш регионов в Нижнем Новгороде обозначил тренд перехода от количества протестующих хомяков в непримиримое качество. В декабре русский протест перевесил чашу весов вечно дипломатичного и прагматичного Запада, заставив принять акт Магнитского, выбивающего из-под ног путинистов идеологический камень бабла, этот намоленный артефакт клептократии. Итогом года стало то, что теперь даже олигархат, породивший и обильно питавший путинскую порочную систему, вынужден собраться на мозговой шторм, дабы найти и предъявить россиянам новую креатуру – взлелеянного борцуна с коррупцией, фигуру съедобную, но подспудно повторяющую рецепт ельцинской семибанкирщины. А уж проглотит ли ее общество или выплюнет с отвращением, покажет будущее. Главный урок 2012 года, который общество должно усвоить в наступающем 2013 году. Всего можно добиться только самим. Сил вам и веры в себя. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.